Standoff против Бравл Старс. Напиши, во что играешь ты. Переиграл в Бравл Старс. Вот Вольт. Сейчас он у меня получит. Шили. Эй-эй. Эдик, заканчивай уже. 3 часа играешь, пора идти обедать. Эдик, давай быстрее, уже все остыло. Все, мама, бегу. Ого, вот это меня глючит. Все, ребята, я в лобби. Ого. Сюрикен! Класс! Илинка, это настоящий сюрикен Леона! Эдик, ты чего? Дай сюда эту крышку, а то еще руки порежешь. Переиграл в стендофф. Вот он сзади заходит. Давай стреляй по нему. Получай. Да куда ты стреляешь? Так, давай. Так, Эдик, давай заканчивай и займись чем-то полезным. Полдня уже играешь. Уроки бы лучше поучил. Да-да-да, уже заканчиваю. Ой! Эдик, вставай. Давай чуть-чуть подвигайся. Хватит сидеть. Да-да-да, хорошо. Эдик, давай хоть потанцуем. Дети, идемте на кухню, чая выпьем. Уже идем. Да-да, идем. Эдик, а ну-ка помоги, открою кукурузу, я вам сделаю салатик вкусненький. Керамбит Голд? Папа, откуда? Класс. Какой еще керамбит? Я тебя просил кукурузу открыть. Ладно, сам открою, а то еще руки порежешь. Кажется, я переиграл. Одежда Бравлера. Все, папа, я готов. Поехали в школу. Не понял, ты что, забыл, что у вас в школе сегодня свободный день? Иди одевайся, как хочешь. Ну что, поехали? Да, сынок, неплохой у тебя прикид. Поехали. Одежда Стендоффера. Все, папа, я готов. Поехали в школу. Не понял, ты что, забыл, что у вас в школе сегодня свободный день? Иди одевайся, как хочешь. Все, папа, я готов. Поехали. Не понял, Эдик, ты что, на охоту собрался? Нет, папа, вообще-то в школу. Донатер в Бравл Старс. Так, кем же поиграть? Бойцов у меня немного. О, поиграю Нитой. У меня на ней квест. Так, давай. Ах, как он меня победил. Минус кубок. Эх, опять проиграл. Конечно же, с 3-м уровнем силы я точно проигрывать буду. А если я задоначу, то у меня боец улучшится, я буду выигрывать. Все, готово. Теперь моя Нита точно сильнее всех. Гаджет, 2 звездные силы и немножечко скинов. Да, не зря я 2000 гемов в Ниту вкачал. Теперь она всех рвет.
донатер стендов. Так, поиграю немножечко в стендов. Ой, ай, как он меня убил? Откуда он взялся? Эх, так. Ай, ай-яй-яй, откуда? На-на-на-на. Так, ой, где он? На-на-на. Эх, они крысы сзади. Пошли. Тяжело дается мне этот стендов. Но я ведь только начал. О, идейка. Немножко подоначу, прокачаюсь и буду катки тащить. Ого, классное оружие. Стоит дорого. Прикуплю лучше пару кейсиков. Я парень фартовый. По-любому что-то классное выпадет. И меньше денег потрачу. Отлично. 200 голды хватит на 2 кейса. Куплю первым красный. Открыть. Что мне попадет? Мне попалась снайперка Scratch. Круто! Теперь куплю синий. Так. Ого, МП7 Аркад. Легендарный. А сейчас испытаю новинки в бою. Вот новая снайперка Scratch. Так, смотрим, вот он. Начинается бой. Опа. Иду-ка на место снайпера. О, вот враг. Ай, как он меня убил. Так, испытаю другое оружие. Где он? Вот он, получай. Ай, 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 снова меня убили. Почему меня все убивают? Зря только донатил. Какое-то оружие беспонтовое. Продам его на рынке. Хоть голду верну. Стендов против Бравл Старс. Напиши, во что играешь ты.